В Бабаюртовском районе пасынок убил 45-летнего отчима, сообщает МВД Дагестана. Как стало известно, драка началась после большого количества выпитого алкоголя. То, что отчим мертв, подозреваемый понял только на следующее утро. Молодой человек сразу попытался скрыться, однако по горячим следам он был задержан за пределами республики. В оперативных сводках Александр Пономарев числился как рецидивист, был неоднократно судим. Следствие продолжается, парню грозит длительный срок в колонии. Ему ударил, он встал, наверное, хотел тоже меня ударить. Я ему еще раз ударил, он упал. Во время падения, когда он ударился? Во время падения он об тумбочку ударился головой, взял за ноги, вытащил на улицу, положил, зашел домой спать.